На конкурс «Дети читают стихи». Пачин роман «Пять лет». Роберт Рождественский. Баллада о маленьком человеке. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и очень маленький портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску ему выдали маленькую и очень маленькую шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рёт, то на всей земле не хватило мрямора, чтобы вырубить парня в полный рост.